огненный супертрюфель. Теперь вы можете бросать больше огненных шаров, побеждать врагов жаром своей пламенной магии. Знаете ли вы, карабкаясь, можно защищаться щитом. Заметили ли вы, вращение комнаты зависит от того, в каком направлении вы смотрите. Заброшенные храмы. Приветствую, я профессор Лакрыс, историк из дальних земель, изучая легенды королевства мира монстров. Привет, я Джин, а что вас привело именно сюда? А тебе какое дело, парень? Может, нам просто нравится стоять у всяких храмов? Не слушай его, он просто расстроен, потому что я кое-что потерял, если точнее, ключ. Ключ? Наверное, он открывает этот храм? А от чего еще мог быть ключ, умник? От кладовки моей матушки?
Ты прав, в музее мне выдали ключ, чтобы мы могли исследовать древнюю гробницу. Но он куда-то делся. Наверное, я обронил его где-то по дороге, утром. Ты не сможешь мне найти его? Конечно, я могу поискать по окрестностям. Ты ключ-то искать собираешься или нет? Ты уже нашел ключ от храма? Может, его утащило одно из местных существ? Перебраться через водопад поможет лед. Алый браслет. Для тех, кто любит жить на грани, этот браслет снижает урон, получаемый от взрывов. Ключ Цека. Старый каменный ключ от храма Цека. Сработало. Прекрасно, юноша. Готовы зайти внутрь, профессор? Нет, что ты, я люблю приключения, но в храме наверняка есть опасные существа. Да уж, драка – это явно не его конек. Вы можете вдвоем проверить, не потревожит ли кто мои научные изыскания? Парнишки это расплюнут, а я только мешаться буду, правда? Да, наверное. Профессор платит мне за то, что я его защищал, так что я, пожалуй, останусь рядом с ним. Джин, встретимся в гробнице, когда ты закончишь осмотр. Спасибо. Ты уже убедился, что храм безопасен? Если нет, я не смогу туда войти. Ты что, тут гуляешь? Перебей всех этих тварей, чтобы мы смогли уже осмотреть гробницу. Oh!
Великолепно, та самая гробница, ради которой я приехал. Поможешь мне открыть это? Ты слышал крысу, то есть профессора? Помоги ему открыть этот вонючий гроб. Хе-хе, сколько пыли. Эй, летучая мышь унесла амулет. Почему ты не помешал ей, Макмалина? Ну, вы же мне платите за защиту, а не за охоту на летучих уродцев. Осторожно, похоже, гробница была проклята. Мы пробудили мертвецов, как будто в этом мире было мало монстров. Джин, найди эту летучую мышь, что унесла... Амулет, встретимся снаружи, у храма. Ладно, а вы тут справитесь вдвоем? Конечно, я же Макмалина. Я задержу этих костолобов, пока ты не найдешь амулет.
Амулет Цека. Милая безделушка, место которой в музее.